Привет, друзья! С вами Дарика. Сегодня для новогоднего стола мы будем готовить вот такие безумно вкусные, очень аппетитные и праздничные корзиночки с опятами и свежими помидорами с чесночком. Вот такие продукты нам понадобятся для их приготовления. Такие красивые и аппетитные корзинки у нас получились. Начинка из сметаны, сыра и опят получается очень сочной и нежной. А сверху помидоры с чесночком придают этому блюду особую свежесть и пикантность. Обязательно попробуйте приготовить такие корзиночки. А еще подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Всем очень рада. Спасибо за внимание. До новой встречи, друзья!